Андрій Миколайович Шевченко почав вже готуватися і готувати всіх нас до того, що буквально за місяць відбудеться поєдинок, відбірний поєдинок у Хорватії, у Загребі проти лідера нашої групи, проти команди Хорватії. Поєдинок дуже важливий для української команди з огляду на стратегічні завдання у цьому відбірному циклі. Андрій Шевченко приїхав на кілька днів до Києва для того, щоб переглянути поєдинки стартового туру. Матч поєдинок проти Сельти, поєдинок проти поєдинок Динамо Зоря. І він зустрівся з нашими кореспондентами для того, щоб розповісти, які зараз у нього, от в якому стані зараз процес підготовки до поєдинку проти команди Хорватії. Для мене буде важливо подивитися ігри. Ми повинні побачити готовність наших футболістів. І, звісно, у нас ключова позиція. Прежде всього, це лівий захисник. Тому Соболь пропускає цю гру. Ми повинні будемо дивитися нових кандидатів, будемо дивитися, як наші ігроки, як ми можемо перестроїтися. Може, кого-то попроситися грати зліва. Тобто, это самый такой ключевой момент. Тоже очень важно, чтобы те игроки, которые играют за рубежом, и тут же Коноплянка, Зинченко, у меня с ними постоянная связь, Кравец, получали достаточно игровой практики, были готовы к этой игре. То есть этот месяц, можно сказать, он такой будет очень информативный. Будем смотреть и ездить много игр. И смотреть, прежде всего, за состоянием футболистов. Потом, как и в последних матчах, я буду до конца уже дотягивать вызова для сборников, для того, чтобы определиться и на 100% именно с теми кандидатами, которые будут готовиться на эту игру. Это зимняя пауза. Мы не знаем, в каком состоянии игроков мы получим, в каком состоянии будут ведущие игроки. Значит, единственное, что показатель ихнего состояния, это в течение месяца мы будем наблюдать их в клубах, как они будут готовиться. Для меня важно, чтобы, получив даже 1-2 дня перед матчем лишние, значит, опять даст мне возможность на 1-2 дня иметь больше времени для определения ихнего состояния, для того, чтобы можно хотя бы хоть что-то как-то привести к общему знаменателю в плане там структуры игры, поработать немножко над теми же стандартными положениями, потому что до этого у нас практически не было времени. Когда ты имеешь команду там 3-4 дня, слишком много надо сделать изменений, и у тебя просто нету времени физического, потому что их надо подготовить, им надо дать отдохнуть. Мы будем исходить из того, что мы имеем. Значит, у меня нет сегодня возможности, как есть у сборной Хорватии, выбора. У них там 35-40 кандидатов, из них там 90% этой команды играют в лучших европейских командах. И каждый из них получает огромную игровую практику, и каждый из них ведущий игрок. Важно, что, опять же, коллектив на одну игру, если правильно готовить себя, то можно подготовиться, даже не имея достаточно игровой практики. Но это надо готовить себя очень серьезно к этому. Мы прекрасно изучили сборную Хорватии, мы знаем ее сильные стороны, значит, мы знаем ее слабые стороны. Опять посмотрим, каких исполнителей главный тренер будет использовать. У него 40, около 40 игроков, кандидатов, высококлассных футболистов. Значит, каждый из них может заменить один другого. И не меняя ни структуру игры, не меняя ни расположение футболистов на футбольном поле, они могут играть по нескольким схемам. Но последние игры они проводили постоянно по одной системе игры, схеме игры. Поэтому мы изучили, эта команда очень хорошая. И контр-игру будем, мы знаем, как можно, что мы можем им предложить. Если Манджукич может играть слева, у них один из их ведущих игроков получил дисквалификацию за красную карточку. Поэтому я думаю, на этом месте может выйти Манджукич. То есть уже, если Манджукич будет играть слева, Калинич может играть впереди. Значит, он тоже показывает очень хороший футбол. Сейчас играет постоянно в Ферентине, забивает. То есть у них много игроков, которые находятся на сегодняшний момент в хорошей форме.
будет хорошо, если у них форма не будет такая хорошая, когда будем подходить к нашей игре. Но у тренера Хорватии очень много интересных решений, особенно тех игроков, которые будут отсутствовать. У него есть возможность варьировать, менять. Игра ждет очень тяжело. Значит, в Загребе играть всегда очень тяжело. Тем более, я думаю, болельщики заждались, насколько я знаю, большой, очень большой ажиотаж в Хорватии по поводу этой игры. Значит, и связан с тем, что стадион тоже был дисквалифицирован у них из-за проблем с болельщиками. Они открывают домашнюю игру, снимается эта дисквалификация как раз против нас. Поэтому болельщики придут и с большим желанием и с огромной поддержкой для команды. И очень важно, чтобы наши болельщики украинские, у кого будет возможность, приехали, поддержали команду тоже. Будет очень важно для ребят и для нас. Ну що ж, от такі от зараз на даному етапі, за місяць до гри, думки головного тренера про матч проти Хорватії. Він справді є таким визначальним, Едуарде? Ну, конечно, это, можно сказать, по сути, наш последний, наверное, шанс, да, в этом отборе, поэтому... Та я б не сказав, що останній шанс. Це перший шанс. Ну, тому що якщо ми виграємо, то ми, ну, є серйозно. Програємо, є інше. Можна так сказати, можна перший, можна останній, але це шанс повернутися, як би, і заявити про те, що ми збираємося виходити. Олеже. Ну, це дуже важлива гра. Я просто хочу сказати, що, знаєте, так по словах тренера, ну, він якось так, ну, впевнено говорить. От іменно, що дуже важлива гра для нашої збірної. От вселяє уверенность и оптимист, как вот в этой ситуации действует главный тренер. При том комплексе проблем, которые он и озвучит, вот его там внешний вид, да, его слова вселяют оптимист. То, что он знает, как этот комплекс проблем преодолеть. Вот это вселяет оптимизм и в конечный результат, и в то, что будет у нас все хорошо. Мне понравилось еще интервью в части того, что вот он работает, вот начинает работать, проявляя при этом свою индивидуальность. Не по шаблону, потому что любой шаблон говорит, что должны играть люди, которые имеют только игровую практику. Мы это слышим на каждом углу. Что говорит Андрей? Он говорит, на одну игру можно собраться, не имея достаточной игровой практики. Чем он руководствуется? Он руководствуется своими личностными ощущениями того, когда он был великим футболистом. И он прекрасно знает, что можно выдать на гора очень хорошую игру, не имея игровой практики. Это говорит о том, что вот он мыслит уже не по шаблону, а проявляет тем самым свою индивидуальность. Ну, в будь-якому разі, до матчу проти Хорватії ми будемо практично в кожній програмі це згадувати, тому що гра справді дуже і дуже ключова. І найголовніше те, що, знаєте, процес підготовки розпочався. За всіма кандидатами стежать. Будемо сподіватися, що наші футболісти знайдуть собі сили проявити себе у цих стартових турах, всі повернутися в хорошу форму. І проти Хорватії ми побачимо справді боєздатну, дуже якісну і дуже хорошу команду.